Губернатор Сергей Левченко посетил Иркутский национальный исследовательский технический университет. Вместе с исполняющим обязанности ректора ИРНИТУ они тепло поздравили Ивана Михайловича Щадова, которому сегодня исполнилось 70 лет. Выпускник Иркутского политеха, инженер, политик и преподаватель. Многие годы он возглавлял компанию «Воцепуголь», настоящий генерал угольной промышленности Восточной Сибири. Сегодня юбиляр свое предназначение видит в передаче знаний новому поколению. Ну, на базе еще раз инженерного образования мы даем образование менеджеров. Это за этими выпускниками будущее. И даже вот я сам, ну, в свое время, когда карьеру делал, то через инженерную специальность я стал менеджером, главным инженером, потом генеральным директором «Воцепуголя». Сергей Левченко, Александр Афанасьев и Иван Щадов обсудили проблемы развития Иркутской области высшего образования. Говорили о новых возможностях для экономики Приангарья, необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов и участии ИРНИТУ в разработке инноваций.